турнире принимают участие сильнейшие молодые фехтовальщики Старого Света. Российская сборная представлена лучшими спортсменами, многие из которых уже выступают в составе национальной сборной, чемпионы мира и Европы. Российские спортсмены конкурентов на первенстве не видят, говорят, здесь все равны. В прошлом году я тоже показывал результаты, выигрывал Россию. Фехтую хорошо, не знаю, техника хорошая. Тренеру главное слушать, остальное все получится само. Настрой хороший. Надеюсь, попаду в четверку. Даже если стану олимпийским чемпионом, надо не заканчивать, как все это делают, а фехтовать дальше. Искать что-то новое, не знаю, соперников других искать. Ту же цель, что и Артур, стать олимпийскими чемпионами преследуют все участники первенства Европы. Ведь сюда они попали не случайно. Отбиралось от каждой страны по 20 участников на отборочные только соревнования. И выбрали из этих 20 по 4 человека на каждый вид. Настрой всегда на такие соревнования очень такой позитивный. Все стремятся выступить успешно. А то, что у нас проводится в стране, я думаю, это наоборот немножечко будет полегче, что родные стены помогают. В рамках этого турнира будет разыграно 24 комплекта наград. Для российских же фехтовальщиков этот турнир является основным в системе отбора в сборную команду кадетов и юниоров для участия в первенстве мира, которое пройдет в апреле в Италии.